Так, всем привет. У меня сегодня выезд. Какой-то там город, даже не знаю. В общем, друзья позвали очередной раз сделать пробежку на 10 километров. И я, конечно, не отказался. Глеб, мы куда приехали? Как этот город называется? Коне. В общем, друзья, мы приехали в Коне, и сейчас мы будем получать спортивный инвентарь. Ну, как понять спортивный инвентарь? Это, прежде всего, футболка и, скорее всего, какой-нибудь ранец. Ну, а в самом конце, после того, когда я пробегу 10 километров, я получу зачетную классную медальку. В общем, смотрите этот выпуск. Он будет посвящен исключительно забегу в 10 километров. Сейчас будем получать где-то здесь инвентарь, где-то наша группа. А, вот, меня нашли. Спасибо всем, кто меня знает. Спасибо, что вы меня знаете, вы меня нашли, потому что я бы уже здесь потерялась. Что за потерялась? Потерялся бы. Ну, ребят, ну что это такое? Глеб, соберись. Я же там еще далеко. Это самый главный человек здесь. Без него, здесь ничего не будет. Вообще целое мероприятие невозможно без него. Сейчас регистрируемся быстро и здесь побежим изучать город. Окей. Такая интересная ситуация. Стоял и послали куда-то подальше. Сказали, нет тебя, чувак, ты не зарегистрирован. Ну, вроде бы тут другое есть место. Там по-любому сейчас разберемся. И, наверное, получим свой зачетный номер лидера. Так, ну что, друзья, уже, наверное, порядка 40 минут, а может быть даже и весь час я стою и не могу получить свой экземпляр для забега. В общем, оплатили, в списках не числюсь. Прикольно. В общем, как-то так. Ну, надеюсь, что все будет хорошо, потому что вроде бы чек есть по оплате, и сейчас, скорее всего, будут решать вопрос по восстановлению, либо какой-то другой номер присвоить. В общем, друзья, я до сих пор жду. Не знаю, почему задерживают. Может быть, в этом есть какой-то умысел. Не знаю, наверное, решат. 16 человек таким образом потерялись. Знаете, я уже давно бегаю, но вот такого я, конечно, еще не видал. Представляете, в забеге на 2 километра выдают рюкзачок, и что самое интересное, выдают сразу медаль. Можешь не бегать, ты уже победитель. Нет, это круто, конечно. Наконец-то я получил номер. 10114. Сейчас пойду получу сумочку. Вот такая сумочка. Красивая. Сейчас пойдем заселимся в гостиницу, покушаем. Ну и завтра уже в 9 утра. Вроде бы в 9 утра будет забег. Там потом внимательно посмотрю вообще маршрут. Поспокойнее город. Посовременнее, я бы сказал бы. Здесь ходят трамваи. Не знаю насчет метро, но трамваи ходят. Такие ультрамодные, ультрасовременные, я бы сказал. Сейчас прохожу по какому-то старому райончику. Ну, такое ощущение все-таки, что здесь лет 60 назад построили. Так, посмотри, как интересно. Есть смысл путешествовать, да? Глеб ходит кругами. Это мне уже понятно. Можно было вон там вот пройти сзади, а мы так вроде, знаете, кружочек даем П-образный. Ну ничего, немножко осталось. Я поселился в номере, вот так вот выглядит номер. Кстати, очень интересное расположение вот этой стойки, надо будет взять на вооружение.
сумочка. Это у нас получается ванная комната. Ну и сразу, в принципе, выход. В целом, очень удобно. И всего хватает. Плазменный телевизор. И вот здесь у нас получается... Ну, это выход, это точнее окна смотрят на двор. Скажем так, можно так сказать, не очень. С одной стороны, презентабельно, но это не важно. С другой стороны, хорошая улица. Вот, и очень хороший номер. Ну, мне в целом нравится. Отдохнуть, прийти, отдохнуть, переночевать. Круто. Цена вопроса 350 лир. Так, друзья, я готов. Пока никто не видит. Так, ну мы пришли на старт. Место старта. Как говорится, свояк свояка видит издалека. Прикольно у них здесь название. Mobile Boot Fuck. Давай, конь. Покажи всем, как надо делать растяжку. А ты можешь со словами Игого? Работай, Глеб, работай. Работаем. Двигайся, двигайся. Друзья, смотрите, если вы занимаетесь бегом на длительное расстояние, то обязательно важно максимальным образом потянуть мышцы, растянуть, точнее, извиняюсь, мышцы. Делается таким образом, что существует несколько групп мышц, да, которые нужно растянуть. Вот эти мышцы обязательно нужно потянуть, да, вот эту часть. Эту часть тоже нужно потянуть, чтобы оно хорошо работало. Обязательно нужно покрутить. Пяточку можно вот так вот покрутить. Мне очень нравится это, когда вот так вот ты делаешь, полностью прилегаешь тазом к ногам, вперед-назад. Очень хорошо тянет. Так, все, меня зовут бежать. Потом как-нибудь расскажу. Я только что сейчас понял, что перестарался и потянул мышцу одну. Но ничего, Глеб добежит в этот раз первым. Вот так и записываются знаменательные моменты на камеру. Незаметно. Сейчас проводим операцию. Называется брелок, который должен фиксировать мои метры. Lüleburgaz burada, Havanos burada, Megaş burada, Boldünye burada, Şanlıurfa burada, Kudos burada, Avcılar Belediyespor burada, İstanbul Sabiha Gökçen burada, Eskoder burada, hoş geldiniz. Я так понял, везде burada. Başkan Gençbastırlar, hoş geldiniz. Trabzon burada. Сейчас объявят старт, и мы побежим 10 километров. И придется контролировать Глеба, чтобы он быстро не бежал в самом начале первые 3,5 километра. Надо его подготовить, он опять ломанет, и потом будет пешком ходить, короче. Bu mücadeleye katılacak Mevlana şehrimiz Konya'da ilk kez gerçekleşen organizasyon 23 kilometre Konya yarımadasında 10 kilometre koşusu ve reportajcıkı şekilde 3 ayın kategorisinde izleniyor. Birazdan saatlerimiz 9'u gösterdi yani 2 dakika sonra 3, 2, 1, go! Нас
посчитали только что. Ну что, гонка началась. Вот он, лидер. Так, Глеб, как я тебя учил? Мы сейчас делаем что? Разогрев. Да, мы разогреваем. Помедленнее чуть-чуть. Что, медленнее, да? Да. Мне кажется, мы уже последние. Не-не-не, нормально. 2 километра, минут 10. Мы бежим в спокойном режиме. Не спеша. Потом нагоним. Так всегда бегает. Так, обратите внимание, это мой подопечный. Глеб, как дела? Окей. Видите, совсем обнаглел тренер, еще умудряется разговаривать во время бега. Как это так? Ну, мы в этот раз поставили с Глебом задачу. Какую? Не сдохнуть. Не сдохнуть. Добежать от начала и до конца. Без остановок. Так, друзья. Хотите, чтобы рядом с вами кто-то бежал, кто-то подносил водичку и, в принципе, бежал с этой водичкой на протяжении всего маршрута, то рекомендую воспользоваться услугой «Друг» в пробежку. Всего 350 лир и комфортные условия бега вам обеспечены. Да, Глеб? Не хочет сегодня разговаривать, поэтому мы как обслуживающий персонал лишний раз с расспросами к заказчику не лезем. Финиш. Ну вот все, друзья. Мы уже практически добежали. Как не тот финиш, Глеб. Друзья, случилась небольшая оказия. Глеб сдох, ладно, фиг с ним. Тут, оказывается, не тот финиш был, а мы уже обрадовались, что так хорошо финиш где-то чей-то. Видите, там чей-то финиш. А у нас где-то там еще 2 километра впереди. Обидно. Так, сейчас будет крутая, красивая журналистка. В общем, они нас, а мы их. Короче, Глеб пожил, отдохнул немножко. Ну, действительно, сейчас очень жарко. Сейчас нормально, туши появились. А до этого пепло. И ветерок, да? Ну. Как-то так. И Глеб в очередной раз ожил. Ожил. Надеюсь, это будет уже последний раз. О, в локоть мне стукнул. Осталось 100 метров. Давай!
Лев, ты молодец. А где наша медаль? Бля, вот на быструю дистанцию вообще не скочишь. Капец. А у меня такой газ наладит. Слушай, хорошо пробежали концовочку, да? О, классный концовочка. Ух, ебать. А я сразу ногу поднимаю, у меня скакивает, короче. Я прямо в прыжке. Ебать, там свой газ был. Слушай, насколось охуенно. Просто охуенно. Классно было, слушай. Концовочка, я понимаю. Да ну нахер, Михалыч, технологию. Biraz açılır mısın? Patladı da üstümüze gelmez. Ну а тем временем мы будем пить кофе в трамвайчике. Давайте покажем. Взял вот такой донат. Ешь, ребята, сладко ешь. Иди пройди, пожалуйста.